Добрый вечер. Итак, я уже в Италии, в Падове. Голова, боюсь даже сбиться со счета, ну, чуть ли не 26-я. Продолжение поисков мужа. Вы видели, в Австрии мои попытки не увенчались успехом. И я подумала, что Италия, наверное, это страна, которая больше подойдет для этого. Да, Леон, как ты считаешь? Я считаю, да. Посмотрите, вокруг одни мужчины. Если мы покажем бар, favedere un bar dentro, quanti maschi ci sono qui dentro? Это странно, но я совсем не вижу там девушек. Нет, ну вот одна в углу. А что, там одни мужчины? Да, практически здесь всегда одни мужчины, 99%. С женщинами тут напряженка. Давайте возьмем интервью. Сегодня мы выступаем в роли албанских уборщиц. Мы хотим спросить, возможно ли здесь выйти замуж девчонкам из Албании и возможно ли получить итальянский паспорт, выйдя замуж за итальянца. Сейчас мы об этом узнаем. Работает ли эта сказка про Золушку? Если мы простые уборщицы из Албании, то возможно ли нам тоже найти свое счастье? Сегодня мы это узнаем. Пойдем же, скорее. Okay, we are simple girls from Albania. Favedere. We work here, like we clean flats here in Italy. And we are searching for husband here. Is it possible to find husband here? Would you like to marry us? Sorry, could you say me? Are you married? No. No, I'm single. No? It means that we have chance. Yes. Una possibilità. To be married with you. C'è la possibilità per noi. Per avere un marito, per trovare un marito qui. Siamo ragazze semplici di Albania che facciamo pulizie delle case qui. Vogliamo trovare un marito con passaporto italiano. C'è la possibilità per noi di trovare un marito qui in questo bar. What do you think about it? Difficile qua. Difficile? Sì. Why? Nessuno vuole sposare la ragazza di Albania o perché? Ma perché secondo me le cose non vanno fatte in questa maniera. Ma dove dobbiamo trovare marito? Dove dobbiamo andare a cercare marito qui? Secondo te a Padova? C'è un luogo ideale dove trovare marito. Noi abbiamo fortissimo bisogno. Anch'io ho bisogno. Però. No, per passaporto italiano. E i nostri amici hanno detto che qui c'è un posto bersato dove andiamo e troviamo subito praticamente 10 minuti, ci sono tanti maschi qui che troviamo un marito. Può essere. Può essere. Così c'è la speranza per noi. Ален, будь так добра, переведи нашим зрителям. Я сейчас переведу. Я просто спросила, есть ли у меня возможность у простой девчонки из Албании найти тут мужа. Они сказали, что это непросто. Непросто, но... Непросто почему? Чем он мотивировал такой жесткий отказ? Говорит, что в таких местах сложно найти мужа, но чем, что называется, черт не шутит. Может быть, и здесь мы найдем. Шансы у нас есть. И спасибо за это, ребята. Приндиамо. Grazie mille. Salute. Grazie mille.